самое чудо. Исполняющий бойцовский клуб «Ахмат Россия». Встречайте, Александр Гереченко! Ну и вот начинается у нас бой тяжеловесов. Александр Емельяненко, возвращение прославленного спортсмена. Есть уже одна победа у него в лиге WFCA. И вот сегодня второй поединок. Вирджил Звиккер также выступал в этом промоушене и постарается сегодня реабилитироваться за стартовое поражение от Зелимхана Умиева. Александр быстр как никогда. Очень быстрые руки у этого бойца. Посмотрите, что он делает в самом начале первого раунда. Великолепная скорость нанесения ударов с рук. Ну и, конечно, Вирджил Звиккер, он выходит из полтяжелого веса. Видим, что в габаритах он уступает Александру, соответственно, в мощи. Ну и необходимо отметить, что Александр прошел уже второй тренировочный сбор. Очень серьезный лагерь в Чеченской Республике, в Гудермесе. И при этом практически паузу небольшую для себя взял после победного боя 27 сентября, буквально неделю. И потом сразу же вернулся он в Чеченскую Республику и начал здесь трудиться в Гудермесе. Посмотрите, сейчас Звиккер пропустил хороший удар с левой руки и тут же, по-моему, психологически чуть подламывается. Да, показывает, что там был тычок. К сожалению, мы этого момента не видели. Левый сбоку бросается сейчас Звиккер и сам проваливается. Сейчас Александр тянулся. О, и справа попадает Звиккер. Да, Александр пропустил дистанции. Сейчас удар через руку. Правый кросс. Еще раз справа заряжает Вирджил Звиккер. Все-таки на руках очень хороший американец. Я думаю, здесь как раз-таки шанс панчера. И слева попадает Звиккер. Да, такой корявенький удар запустил. И сейчас, вы знаете, 4 удара. Да. Огромное количество ударов наносит Александр. И при этом многие из них точные. И сейчас еще с клинча колена с левой ноги запускает по туловищу. Здорово. Опять с клинча колена. Справа уже. И работа в клинче. Вот это бросается Звиккер вот этими ударами через руки. Очень опасные эти удары. Александр, тем более, мы знаем, что руки так всегда летят от груди, и в том числе он стоит достаточно раскрыто. Левый мидл по печени. Да, неплохо попадает. От Звиккера очень жестко и точно. Сейчас очень хорошо Звиккер попал. Ну и да, много отмечали именно вот эти низкие руки. Справа дважды попадает Александр. Да, и здесь добивание идут. Серьезное от Александра. С правой руки жестко и точно. И здесь Звиккер уже просто терпит. И я думаю, что он сдался. Я думаю, что он сдается в этом бою. Очень близок к тому, чтобы Александр очередной свой бой закончил досрочно. Как и первый после долгого перерыва 27 сентября в Лиге Ахмата. Да, серия забивания останавливает. Армен Аманян от поединок. И сразу же вскакивает Вирджил Звиккер. Выказывает уважение Александру. Да, но... и уверенная победа. То, уверенная о чем победа. Я вам говорил, Асламбек, и чуть-чуть так... предвосхищал, говорил, что все-таки даже в первом раунде Александр может нокаутировать своего соперника из Северной Америки. Так это и произошло. Да, надеялись мы, конечно, на то, что постарается навязать свой бой Звиккер Александру и выдать конкурентный поединок. Но, как вы увидели, лишь эпизодически попадал Звиккер. Пару неплохих попаданий было. Один мидл-кик, один раз справа. Но в целом, конечно, преимущество Александра не вызывало никаких сомнений. И пора, я думаю, уже переходить к более качественным соперникам Александру. И я думаю, мы увидим более серьезную оппозицию в будущем. Абсолютно согласен с этим. Но давайте напомним для наших уважаемых телезрителей, что вчера на официальной церемонии взвешивания Александр заявил, что он не будет встречаться с российскими бойцами смешанного стиля на плюс 93 килограмма весового дивизиона, а будет только желать боя с соперниками из дальнего зарубежья, ну и ближнего также, я так понимаю. Да, не раз об этом уже говорил Александр.
Посмотрим, возможно, его позиция изменится, учитывая, что в лиге есть Зелимхан Умиев, Евгений Гончаров с двумя победами. Александр!